Скидки всем подписчикам от магазина яблочной техники applejesus.ru. Приветствую всех, дорогие друзья, и сегодня я хотел бы познакомить вас с концептом iOS 8, а точнее одной его частью, которая действительно очень интересна, и если она будет реализована так, то это будет невероятный прорыв. Ну а также мы затронем тему iWatch. Давайте же взглянем на видение дизайнеров. Итак, не будем тянуть кота за яйца и сразу заходим в Health Book, где перед нами появляется надпись, на которой написано следующее. Health Book хранит и отслеживает все ваши жизненные показатели здоровья в одном месте и показывает важную информацию и предупреждения на экране блокировки, когда вы в них нуждаетесь. Чтобы получить больше от Health Book, настройте ваш iWatch для отправки важной информации о вашем теле. Настраивайте Health Book под ваши нужды сотнями сторонних приложений из App Store для вашего iPhone и iWatch. То есть из этого все становится ясно. В этом тексте собрана информация из всех на данный момент существующих слухов, и если Health Book быть, то только такой. Итак, давайте взглянем на сам интерфейс. Это нам уже знакомый по Health Book карточный интерфейс. Каждая карточка под разные темы. Первая — это так называемая аварийная карточка, в которой собирается вся информация о вас, о том, где вы живете и тому подобное. Не удивлюсь, если там также можно будет занести свою страховую карточку, для того, чтобы врачи после приезда глянули туда и начали вам уже в конце концов помогать. Затем идет активность, там отслеживается количество шагов, пройденных вами за сегодня, а также количество калорий, сожженных на данный момент. Далее идет карточка с уровнем холестерина в крови. Кстати, совсем забыл отметить, что к каждой карточке также и прилагается наглядный график. Так вот, там показывается уровень холестерина на данный момент, а также желательный уровень холестерина. То есть эта функция будет интересна диабетикам, и если это реально будет работать, то спрос на эту штукенцию будет невероятный. Затем частота дыхания. Вот это уже не совсем понятно, как реализует. Разве что с AirPods, которые через микрофон будут слушать, как вы дышите. Ну или какой-то специальный датчик для iWatch, который будет мерить вибрации при вдохе. В общем, не знаю. Напишите ваши соображения в комментах по этому поводу. А вот плотность воздуха – это еще возможно, но никак не заполнение легких на данный момент. Это из разряда невероятного. Далее идет пульс, то есть частота сердечных сокращений. Вот это вполне возможно. Это не так трудно реализовать, как другие функции. Далее вкладочка «Сон», в которой вы можете посмотреть, сколько вы спали. И питание, где скорее всего вам придется заносить всю информацию самому, что наверняка быстро надоест. В общем, я вам скажу, что это очень и очень круто. iPhone 6 в паре с iWatch, особенно у людей с различными заболеваниями, которым постоянно надо что-то контролировать, будет распродаваться как горячие пирожки. Только вот вопрос, сколько это будет стоить? Изначально мы рассчитывали на 300 баксов, но мы и думали, что будут обычные часики с уведомлениями и приложениями, как, к примеру, Galaxy Gear. Но тут-то куча дорогостоящего оборудования, на которое также было потрачено много сил для разработки. В общем, цена, я думаю, поднимется минимум до 500 баксов. А вообще, я считаю, будет две версии, как 5C и 5S. iWatch C, назовем их так, будут простые часики с приложениями и уведомлениями за 300 баксов. iWatch S будут конфигурироваться с нужными для вас датчиками. Ценник там уже по нарастающей. А вообще будет очень круто, если, к примеру, эти самые часики будут говорить вам, когда надо принимать таблетки, предупреждать о возможном инфаркте, и если все совсем плохо, то вызывать за вас скорую помощь. Надеюсь, именно так и будет. В общем, как-то так. Оставляйте ваше мнение в комментариях по этому поводу, а если вы хотите протестировать данный концепт, то все, что вам нужно сделать, это перейти по ссылке из описания этого видео или же отсканировать данный штрих-код. А на этом все. Подписывайтесь на оба мои канала, вступайте в группу ВКонтакте, фоллоуйте меня в Твиттере и Инстаграме. Всем пока!